Привитос, амигос. Ну чё, замотав пукан изолентой, чтобы не бомбануло, продолжу, вернее, пытаться спасти бестолковую голову этой, хотел сказать, проститутки. Она косплеит проститутку, на самом деле она супергерой. Вот. Под мемориальной больницей Эллиот. Она теперь... Как ты туда залезаешь? Объясни мне. Дорогая, сколько у тебя там цифр еще? Блять, куда бери башку свою тупую. 6. Размер 3. Еще 6 ключей. Мать перемать. Ахири, ты со мной? Кисуля. Брянская, ёп, ты идешь? У меня там есть сзади просторное заднее сиденье. Типа. Которое могло бы рассказать массу историй. Наплодили бы кошкамышей каких-нибудь, нет? Ну и сиди тут, дура, дальше. Пока, блядь, тебе башка твоя не взорвет, тупая. Так, бэткостюм, что тут у нас есть? Копируй, спикируйте на землю, в АБВ сводите свою кинетическую энергию в виде взрывной волны, сбивающей на ближайших врагов. Годнота, годнище. Решающий удар крюком. Вот. И вот. Пусть будет так. Все равно надо все прокачивать. Так, о, блядь, ты еще здесь, что ли? Когда ж ты уже выветришься-то, ёптать? Бэтмен капитально с пайсухи надышался. Riddler's next trial's in Bristol. He's losing Alfred, and that makes him dangerous. Блять, понаставили. Только хотел, сука, взлететь нормально. Ну, 400 метров это быстро, не буду перематывать. Ну давай, тросометище. Дальнее какое. Да что тут за, сука, архитектор мудила. Понаставили тут своих. А он и госпиталь, Эллиот. Причем в кино, мне кажется, Готэм был намного больше, чем в игре. В игре он как-то размером с деревеньку. И то не самый, не, и то не райцентр. А, крашаватор? Крашенветер. Пилот вертолет там что-то передает. Краш. А, крашенатор, ёптать. Разрушитель, что ли, какой-то? А, ну машину сюда не пригнать, да? Или чё? А мне сюда тачку не пригнать мою, потому что... Мост-то поднят. Следовательно, я сейчас не смогу освободить эту кошку до конца. Вон там мой Бэтмобиль, да, кажется? Или где? На карте будет видно мою тачку? Где моя тачка, чувак? Или там, или тут? Ай, черт узнает, сейчас пойдем поищем. Ой, блядь, начинается. Что ж ты, сука, в одном месте не мог все свои загадки-то собрать? Нахрен мне бегать тут, блядь, за ними 2 часа? Как опустить этот ебливый мост? Наверное, нам поможет батаранг. Хрен нарыло, он поможет. Так, режим детектива. Ни хрена не понимаю. У меня на том полуострове машина или на другом каком-то? Тут вообще везде. Вон, еще мост поднят. Тут все мосты подняты. А их опускать? А хер его знает. В этой области Бэтмобиль не работает. Значит, в той. О, это местная статуя свободы какая-то, видимо. Наверняка святой мамки Брюса Уэйна поставили. Господи, какие унылые полеты, как они утомляют. Долетим или не долетим? Плавать-то здесь Бэтмен не умеет. Он умеет все, кроме плавать.
Видите, там сколько танков? А вот моя машина. Нет? Вот моя машина. Сейчас будем пробовать мост как-нибудь упустить. Не знаю, блин. О, а здесь я уже был, что ли? Я даже не знаю, а как наверх-то? А, вот. Это не вверх. Так, вот поднятый мост. А, как, сука, его опустить? Неужели он по сюжету опустится только? Да, я что-то не вижу тут никакой кабины, где можно было бы что-то нажать. Значит, кошка будет сидеть еще, блядь, 2 часа, пока я эту бабу освобожу, наверное. А. Я на месте. Прикольно. Вот это совпало. А, вот сейчас мне мостик опустят. Ой, ты мой молодец, ты пенсионерчик ты мой. Давай, Саксаул. Хлопни калиткой. Да я их и так одним выстрелом уничтожаю, ты расслабь там свои панталоны. Ой, ёб твою мать, нихуя уж тут, ребята. Ой, ёб твою мать. Это вот это причем, да? Ракеты пускает, охереть вообще. Вот дерзость какая. Чтобы построить маршрут. Так, Оракул, пошла ты на... Пошла ты на кол. Что? В пизду в этого? О, давай, переключайся. Повезло, о, фартануло. Дороги тляют, гребаная. А где, на ремонт машину можно загнать? То, мне кажется, скоро рассыпется. Вы гляньте, сколько их тут, а? 33 танка на этом полуострове. У них где-то военная база, что ли, какая-то неплохая, видимо. Да какого ж хрена-то? Курите бамбук, ёптать, дети мои. Ну ты подумай, блядь, еще одна, да, ёб твою мать. Отведай. Вот шлюха. Еще 2, что ли? Раздавал ваншот. Знаете свое место, чертяки. Так, нахрен. Где? Где загадка-то? О, как я его с вертушки в щи убрал, а? Отлично, давай. Открывай свой крошанатор анальный. Ну чё? А, они за мной сюда приехали и не дают мне квест начать, что ли? Смотри, еще я... Да что ж такое-то, бля? А, все 19 завалить, что ли? Вот бы у меня в танках такая же фишка была, чтобы я видел, куда они выстрелить собираются. Я очень весело и интересно будем заниматься, конечно, прям потрясающе. Поднимает бодрость духа. Ну и ничего, всего-то еще 14 сейчас приедут, и все, и закончится все. Нет, наконец. Почему-то загадочник не хотел пускать к себе танки, видимо, которые за мной бы погнались. А, это была разминка.
А, он про свои загадки саны. Ой, давай, хватит уже хрен во рту катать. Давай уже, поехали. Шнель, шнель. О, там что-то было написано, элеватор какой-то. Возможно, это были какие-нибудь ключевые подсказки. Знаю тупизну его загадок, я, бля, боюсь предположить, что этот дебил мог придумать. Финиш. Блять, это гонки опять, что ли? Так, где мой геймпад? Хорошо, давай, поедем, снеслась. Ёб твою мать, что за лабиринт такой? Ага, блоки встали. Ceiling applies 300 dead bats of pressure, detective. I invented the measurement myself. Офигеть, как меня сейчас напряжучило. Загадочник, дерьмо твоя трасса. Та и то интереснее было. I built this course in a sewer, detective. You needed the home team advantage. Эти кубики в одно и то же место топают, как я понимаю. Убрал нахер. Отлично. Ну все. А, что, еще круг? Еще круган. Ага. Я не слышу, я не читаю твои субтитры. Чувак, мне надо на дорогу смотреть, а не смс-ки читать. Да, сучья дочь. Пидорас. А че жопу не отщемило? Да какого ж хрена, Нига? Я ж доехал до вот этого. Сука, он читует, говноед поганый. Я все по-честному проходил. Нет, на тачке гонять здесь мне нравится, конечно, прикольно. Я вошел во вкус. Да сука, бля. Это экзамен на готэмского таксиста, наверное, чтобы на работу взяли. В местный таксовичков какой-нибудь. Объезд пробок там, не знаю. Знание улиц. You, но на самом деле это проще, чем предыдущая трасса. Такое ощущение, что вообще халява полная. Там был трамплин, хоть с которым пришлось повозиться, а тут вообще ничего нет. Кубики эти, знай, подымай. Нигма, как там твоя мама поживает, а? Нет. А, сука, падла. Все удобно на геймпаде, кроме тормоза, он на неправильную кнопку. Так. Вторая слева на этой перекладине. Если смотреть вот так, то справа вот это. Взорвать ей, что ли, башку для прикола хоть раз? Посмотрим, что будет. Может, сиська какая-нибудь оторвется, поглядим. К экрану прилипнет такая. Как там в страшилке?
Голые бабы по небу летят, в баню попал реактивный снаряд. Выше лишь сиська большая летела, на это погибла вожатая Стелла. Так, о, испытание. Ну-ка дайте-ка испытание, сейчас я точно сделаю. На золотишко, тут лафа полная. Сейчас. Надо галдьё собрать. Давай, понеслась. Не дают разогнаться, правда. Бам, сразу в стену. Да сука, бля. Ну почему тебя, сука, хер понес туда вот заносить эту, блядь, машину ебучую? Наверное, резина стерлась, пора поехать Пирелли купить, ёпта. Я знал, что я... Давай нахуй. Не понимаю, турбина вечная, не вечная в этом режиме или что? Нахуя я это сделал, спрашивается, да? Нахуй меня бесит, я не понимаю. Да взорвал бы уж сразу, что ты, блядь, делаешь? Отбросил что-то. Это был разминочный круг, уж понимаете. Да, одна звезда. На жопу себе одну звезду поставь. Дай, бля, сейчас батя сделает. Сейчас, по батьке все уладит, давай. Вот нету этого, чтобы быстро стартовать, нету этой функции здесь. Давай. Педали путаю. Особенно тормозные. Ап. Хрен там плавал. Давай. Пока все зашибись. Едем, давай. Нас не догонят. Давай. Понеслась. На золото идем. На олимпийское. Да, ёб твою мать. Давай боком, ёб твою мать, чего? Курица, бля. Убрали, блядь. Ну и говно, блядь. Бэтмобиль этот, сука, шаха гребаная, приора, блядь. Все, две звезды, как я хотел, заебись. Пошла ты в жопу, блядь. Судорога гребаная, а не машина, нахуй. Когда не надо, она начинает, блядь, выебываться. Лучше бы эту лянчу из дерта, которая дорогу вообще не держит, она и то лучше ездила. Ну а теперь куда? Опять обратно, наверное, угадал. Сука, он себя таким умным считает, я ебу просто. Я с нетерпением жду, когда тебе, блядь, вот этот ботинок бэтменский в жопу затолкаю, просто по самое колено тебе его запердачу туда. Умник, блядь, хренов. Сука, так тебе по жопе напинаю. Да едь ты быстрее, сука! Как атмосферно едет лифт. Чудо просто, чудо. Так, склеечку, а то вдруг игра вылетит. Что за нахрен такое? Понастроили. Так, где следующая загадка у меня? Что за хуйня происходит? Сука. Как же вы закончите-то уже? Ёб твою мать. Ну вы посмотрите просто, сколько их. Они все едут и едут. Еще 9 штук и все.
закончим. На этом острове их наконец-то больше не останется. Куда это ты, сука, собралась, а? Что происходит, блин? Аллилуйя, наконец-то, все. Одна еще где-то. Пошла она в жопу. Все, с унылой перестрелки покончено. Наконец-то. Приступаем к унылым квестам от загадочника далее. Интересно, не надо будет через опущенный мост? Через богом опущенный мост ездить? О, что это такое? А. Чё? Флайт. Школа полетов? Летная школа? Ой, это, наверное, плащи летать, да? Мне кажется, Джов будет таким, блядь, через пару лет. Считает себя единственным гением на планете шимпанзе. И ссать на монитор. Чё это такое? Что-то тут не так. Это точно для машины все это? Датчик давления загадочника. При включении активирует ближайший механизм загадочника. Реагирует на давление. А, я понял. Тупой. А пиздохуительно получилось, не правда ли? Зашибись. Stumped, Dark Knight. Так, мне что надо-то? У меня есть где-то тросомет? Нет? Нет, надо с разгона именно с Бэтмобиля сюда долететь, походу. Или отсюда тоже можно? Походу, да. Нет. Заткни нахуй свой еблет, блядь, козел, сука, бесишь меня, ублюдок. Ну? Съел? Чухан, блин. А там-то как? Чё-то не понял. По кругу, что ли, надо? Туда не пробраться, да? Ой, блядь, школа полетов, это просто... Я помню по предыдущей части эти полеты, я их мамку делал. Просто пипец. Но тут я как батя разрулил ситуацию. Чувак, если ты упадешь, сука, я твои яйца, блядь, с яичницей сожру, говнюк. Наконец-то. И что это такое я открыл? А-а-а, блядь. Да. Нихерао, нихерово. Ниблер, шмиблер там все наворотил.
Ва, давай, сука, это измельчитель какой-то. Отлично. Это было папски. Главное, у меня почти не бомбило. Ну и чё? Бля, я шикарен. Да, летать на плаще мое призвание, походу. Никогда об этом не задумывался. Пойду одену бабушкино пальто и сигану с балкона. Ну это вообще уже какая-то дерзость. Еще шкафчики, да. Так. Как еще раз? Право, предпоследний. Вот этот? Ага. Верничок. Как, интересно, Бэтмен ей объясняет, куда ей надо? Интересно, кто ты ей щишки так подразбил? Сечка такая на обеих щеках симметричная. Наверное, к Хэллоуину готовилась, рваную щеку делала. Another key collected. I trust you're not giving her false hope, detective. Ну и чё? Да ну опять что ли сюда идти? Может ты сама тут делать уладишь, а, телочка? Да конечно, блять, конечно. Ладно. Сейчас в лифте очередной монолог этого дяденьки. Я уже за кадром доеду, да? Тут же близко. Женщина-кошка близко-близко. Расти у Бэтмена пиписка. А, еще одно испытание. Могу схитить свою решимостью. Ты взялся... Знаете, мне надо было хлобыстину озвучить вот этого урода. Мне кажется, совпало бы. Но не настолько виноватым, чтобы его отменить. Возвращайся в Кью, детектив. Тебя ждет еще одна комната загадкой. Пятикантхэп. Что-нибудь такое. Все, увидимся в приюте. Сдается мне, что вот этот квест с женщиной-кошкой тянет на небольшое DLC-дополнение по своей сути. Может, это DLC-шка есть? Ну, это же внесюжетный квест, как бы, хрен его знает. Хочешь кошку усмирить, что же проще может быть? Закрой задвижку, зови летучую мышку. Хочешь кошку усмирить, что же проще может быть? Ваша киска любит вискас. Да и пососать пиписка. Развалилось тут, пошли. Не время соблазнять его. 30 новшествах нашедших, чё? Пошли дальше загадки разгадывать. О, вот ключ. Фанатик нарциссизм, эгоцентризм и мегаломания, crossed with severe obsessive compulsion. А, нифига. А тут что-нибудь можно перетаскивать, переносить? Я тебя даже не тронул, что ты свистишь. О, кошка слишком легкая. Бэтмен один должен здесь стоять, да? Кошара вот здесь. Верняк. А как дальше? Упс, прости, дорогая. Я должен выяснить, кто из нас должен быть здесь. Мы вдвоем, ёб твою мать. Это сложно. Интересно, кто бы победил, старец Фура или загадочник? Так. Шевели своей секси жопой. А сейчас я кем управляю? Бэтменом. Бэтмен отходит. И идет сюда.
Блять, я нервничаю. Кошка уходит и идет. Сюда. Тут они снова должны быть вдвоем. И чего? Да, я сделал это. Отлично. Я сделал это отлично. Загадочник будет сосать неприлично. Сучий ублюдок, не все так просто, да? Что это? Давай ты. У тебя должок за Архам Сити. А! Ох, блядь. Ну, Бэтмен тут не помощник. Давай, дерись. Почему некоторые красные, некоторые синие? А вот теперь этот покра... А, о, блядь. Синего нельзя дамажить, что ли, чё? Почему Бэтмен слез? А, пол он выключил, что ли? Блять. Где эта дура? А, они меняются там. Нифига. И что придумали? А, сука. Давай, пинай красного и пошла вон отсюда. Да, они одновременно меняются. Вот этот тандем, нихера у них. У них такая слаженность, как будто они 10 лет живут в счастливом браке. Они видятся раз в игру. Это интересный ход был. Ключик. Сколько еще осталось? Когда фантазия у Ниблера закончится? Шел бы, сука, кроссворды придумывал там. Якубовича бы отсылал, может, на поле чудес бы позвали. Может, даже выиграл бы, если такой умник. Ладу Гранту там или еще какое-нибудь говно. Отлично, осталось 3 ключа. Я думаю, что теперь надо еще будет мост опускать. Че за херня? After this, I think we should dial it back to known associate for a while. This was nothing, Dark Knight, nothing. A new trial awaits you, detective, by Divinity Church. Даже не перевели. Ну а выйти-то отсюда как? А, все, надо было его послушать обязательно. Обязаловка вообще. Но в Divinity Church я уже, видимо, не пройду, да, теперь опять какую-то часть игры. Я не смогу. Гуляю по аду. А, сейчас посмотрим по карте, где этот Divinity Church. Карту в студию. Отдаляем. И что мы видим? Что моста здесь нету. Вот так. Облом Петрович. Хотя, может, Бэтмобиль знает дорогу? Сейчас посмотрим. Тут, наверное, Яндекс.Навигатор встроен. Может, пробки даже объедем. Да, хер там плавал. Интересно, может, я с разгона перелечу? Эх, тачанка. Да, мощенок не хватает. Обидное говно, твою мать. Ну, значит, придется какое-то время идти по сюжету. И где этот сюжет? На той стороне моста. Может, теперь еще мост опустится? Это было бы чудесно. Это было бы слишком хорошо, чтобы быть. Бэтмен, что ты делаешь? Что он делает? Я чуть не понял, а где квест-то?
А, это загадочник здесь отмечен. А квест тогда где? Квеста не видать. Чё за дела? А, ну это стандартный завесон, наверное. Это стандартный глюкан этой игры, что надо задание перезапустить, тогда старое с экрана пропадет, а новое, видимо, появится. А чё написано в задании? Проследите за автомобилем рыцаря Архима с помощью сканера улик в Бэтмобиле. А, в Бэтмобиле надо было сидеть. Сука, падла. Так, ну я думаю, что раз кошку в этой серии уже не спасти, то имеет смысл. О, вертолет разбился. Нифига себе. Личность неизвестен. Труп. Ты же любишь узнавать, кто это помер, отсканировал бы. Кто-то их тут завалил всех, интересно. А это что такое? Ой, опять загадочник, охренотень. И чё? А хер его знает, что он активирует. Чё-то активирует. Ненавижу загадки загадочника. Пошел он в жопу со своими кнопками. Вот, эта серия, я так подозреваю, будет нестандартно короткой. Ну и что ж, зато будет четкое разделение. Все, а в следующей серии уже придется спасти Оракула, видимо. Так что пишите, жмите.